Мешки с золотом, коллекционные монеты, пачки денег в разной валюте. Все это стало добычей преступника, который ограбил ломбард на северо-западе Москвы. Вот кадры задержания. Злоумышленник оказал полицейским сопротивление и пытался уничтожить улики, смыть в туалет бирки от золотых изделий и спрятать пакет с украшениями. Мешок где спрятал пакет? Он все в сумке у меня. Какой, где сумка? Он. Вот эта сумка? Да. В общей сложности мужчина похитил ценностей на 2 миллиона рублей. Сотрудницу ломбарда он подкараулил в начале рабочего дня. В полицию обратился руководитель ломбарда, расположенного на улице Народного ополчения. По его словам, неизвестный гражданин напал на сотрудницу заведения, когда она открывала дверь в офис. Злоумышленник заклеил ей рот скотчем и, угрожая ножом, потребовал отключить сигнализацию. Однако женщина отказалась. Сотрудницу ломбарда грабитель избил. Сейчас она в больнице. О произошедшем рассказывает ее сменщица. Вошел сюда, ей кляп в рот, связал руки, толкнул сюда, ударил по лицу, сильно у нее гематомы. Вот он не успел взять одну коробку и одну пачку денег. Так как он торопился. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.